Друзья, хочу вам показать свою закваску, как я ее привожу в чувство перед замешиванием теста. Подкормила ее уже один раз, и вот на утро, вечером, и на утро она у меня удвоилась вдвое. Пузырьки есть, она у меня 100% влажности, то есть одинаковое количество воды и муки. А это я ее подкормила в 8 часов утра, и сейчас 11 часов, и она у меня к 11 часам уже после второго подкармливания выросла, наверное, в 3 или в 4 раза. Полюбуйтесь только на эту пышность, на эту скорость. Вот что значит подходящая температура для роста. Посмотрите, вот такая она была, и потом она просто взорвалась, я даже передать не могу. Конечно, это глазу очень приятно. Посмотрите на наличие пузырьков, как они там внизу активничают. Ну и до самого верха. Сейчас я вам ее покажу с самого верху, какая она вся прям пышется, так и просится. Ну давай уже. Ну готовь из меня вкусняшки какие-нибудь. Посмотрите, я не могу сама налюбоваться даже. Сейчас я вот хочу ее проверить. Я думаю, она абсолютно готова, так как она у меня спит в холодильнике, вы знаете. И периодически я ее вот так подкармливаю. И чтобы ее разбудить, девочки, я ее, конечно, подкармливаю 2, а то и 3 раза зимой, например. Потому что с холодильника она выходит вся спящая и не очень активная. Хоть и хлеб мой бывал вкусный, но все равно. Посмотрим сейчас, что с ней происходит внутри. Есть ли у нее внутри пористые? Есть. Все есть. На банке тоже видно снаружи, что она очень активная и усилилась, конечно же, в своем качестве. Сейчас я, как всегда, буду замешивать тесто и буду выпекать хлеб. Закваска проснулась, закваска стала намного сильнее, чем она была. Ее можно еще раз подкормить, если... Допустим, я ее снова хочу убрать в холодильник. Эту процедуру можно провести более 2-3 раз, и она станет у вас сильнее. Таким образом, хлеб будет у вас получаться намного пышнее, намного лучше и намного вкуснее. А сейчас я вам покажу свой готовый хлебушек. Полюбуйтесь, как он получился. Именно такой разрез, такое раскрытие я и хотела увидеть, и мякиш, и вообще вкус у него необыкновенный. А замесила я тесто на ледяной воде, буквально закинула кубики льда в воду и так его замесила. Расстойка была у меня около 20 часов в холодильнике тоже, а потом выпекала, как обычно, по инструкции. Ну вот и все. Наслаждайтесь, пробуйте, не бойтесь, и все у вас получится. Вы добьетесь своего, так же, как и я добилась своего. Всем хорошего дня и огромное всем спасибо за внимание.